Доме национальности открылась выставка. Выставка «Памир. Лучше гор могут быть только горы». Но здесь проходит выставка учителя, педагога Галины Степан и ее учеников. Это мастер-класса на Памире. Работа очень интересная и захватывающая. Мы ищем таланты. Наши дети, памирские дети, уже учатся в Душанбе, в России, в колледжах, в институтах. Ну, работать с детьми памирскими – это сплошное удовольствие, потому что дети настолько хотят учиться, настолько жаждут знаний – это удивительно. И это было еще 40 лет назад. Я это открытие сделала для себя, что на меня большое впечатление произвели дети. Они были очень открытые. Я бы сказала, что я попала тогда, мне казалось, что я попала в Париж. Вот настолько дети были контактные. И всегда были рядом с тобой. Всегда. Им было все интересно. Поэтому я хотела бы пригласить вас на нашу выставку. Суббота-воскресенье она будет работать с 12 до 3. Ждем к нам в гости в Дом национальности.